Русские бизнесмены за прошедший месяц много раз дрались, хамили, избивали людей в самолетах, угрожали убийством. Они делали это не только в самолетах, но и в аэропортах. Дрались не из-за водки. Хамили, кичились, унижали людей. Дело не в водке. И не в страхе самолета дело. Совсем не в этом. А дело в том, что вообще все бузинесы в России, я считаю, все до единого, выбились в люди ровно из-за презрения к порядкам, презрения к правилам, презрения к людям. Их история успеха – это как они ходили у нас по головам. Их история успеха – это как они покупали чиновников, как своих шлюх, и шлюх, как чиновников. Они наглые, кичливые скоты. Они летят самолетами со своими самочками на курорт, и все до единого они точно понимают. Вот были бы они тихими, приличными, культурными, законопослушными, пенис бы сосали вместо хорошего вискаря. Именно наука жизни заставляет их харкать нам в лицо. Наука жизни сильнее, чем культура, этика и эстетика вместе взятые. Культурные и этичные сосут. Наглые, развязные хамы рулят. Всего вам доброго.